Всем приветики! Впервые выхожу в прямой эфир с VPN. Не знаю, что из этого получится. Форме подключения. Так, друзья, 100 лет не была в эфире и надеюсь, что у меня получится что-то вам рассказать. И что VPN и связь меня не подведут. Всем привет-привет! Вновь присоединившимся. Я чуть-чуть подожду и начну рассказывать. Хочу подробнее рассказать про новый мастер-класс по сумочке Орео и ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Привет всем присоединившимся. Приветики. У меня немного времени, правда, минут 15, но я уложусь, я думаю, если вопросов много не будет. Привет, привет. Так, ну набралось чуть-чуть. Можно уже начинать рассказывать. Может быть, не все еще видели, но я переделала полностью мастер-класс по сумочке Орео. Раньше он был на YouTube, но с тех пор, прошло уже 2 года, я за это время научилась ее вязать немного по-другому. У меня появились свои секреты дополнительные. Я немножко переделала стеночки, количество петелек и вяжу их немного по-другому. Сумка стала лучше держать форму. На сумку с клапаном кожаным хватает теперь ровно 1 мотка. Раньше могло не хватить. То есть там такой был расчет, что кому-то хватало, а кому-то нет. Теперь точно хватает. И я сняла прям супер-мега подробный мастер-класс для тех, он подойдет даже для тех, кто никогда не вязал сумку Орео, для тех, кто считает, что это для него слишком. Ну, я не могу сказать, что она супер простая, эта сумка Орео, но мастер-класс, который я сняла, он очень подробный, прям супер подробный. Вот, поэтому я решила, я узнала, во-первых, что не все хотят ее вязать, потому что боятся, что не справятся, поэтому даже не начинают, хотя она им нравится. И поэтому вот пришла такая идея его полностью обновить. Он теперь платный, бесплатного мастер-класса больше в доступе нет нигде. Ни на YouTube, ни на Дзене, его нигде нет. Зато есть новый суперский классный мастер-класс в отличном качестве и очень подробный. И что немаловажно, тоже это преимущество, вы попадаете в закрытый чат, где вы можете задать вопросы по вязанию. То есть это хорошо подходящий мастер-класс. Также и для новичков, кто боится, что не справится, потому что я смогу там вам ответить на какие-то вопросы. Обычно я просто не... Ну, вопросов очень много, я не всегда успеваю ответить, если вы посмотрели где-то мастер-класс на YouTube. Здесь я, конечно же, больше вовлечена в этот чат, и я там отвечаю, и, может быть, даже думаю, девочки какие-то, кто там тоже присутствует, они смогут тоже что-то посоветовать. Поэтому, если вы боитесь, что вы не справитесь, то это для вас сложный какой-то мастер-класс, то, возможно, сейчас для вас самое лучшее время это сделать, пока есть вот такая возможность с чатом поддержки закрытым. И сегодня последний день, когда цена на мастер-класс 550 рублей через Telegram и 600 рублей через сайт Boosty. О способах оплаты я тоже чуть-чуть попозже вам напишу. Вот. Так, я не понимаю, слышно меня или нет, вдруг я разъединилась. Напишите кто-нибудь, я вообще в эфире, а то я тут так вещаю активно, может, это не слышно. Ребята, слышно ли меня, если я в эфире, напишите кто-нибудь. Да, ура, спасибо, спасибо. Тогда я еще продолжу рассказывать про способы оплаты попозже. Пока расскажу, что входит в мастер-класс. Я прервалась еще на теме цены. С завтрашнего дня цена будет 750 рублей для тех, кто покупает через Telegram, и 800 рублей для тех, кто покупает через Boosty. На Boosty просто есть комиссия, которая берет сам сайт, поэтому там цена несколько выше. Но зато через Boosty есть возможность оплатить картами, выпущенными не в России. И это единственное, к сожалению, из-за санкций сейчас возможность оплатить такими картами. Это я сделала все, что смогла, поверьте мне. И только через Boosty я нашла способ, как оплатить картами, выпущенными из России. Поэтому, если вы живете не в России, у вас нет карты русской, то переходите на Boosty. Ой, я сейчас еще отключу звонки, чтобы никто не мешал. Так, друзья, что входит в мастер-класс? Во-первых, там подробнейший мастер-класс в отличном качестве, потому что я снимаю, я видите, тут на фоне рабочего места сегодня, я снимаю на профессиональную камеру, не на телефон, поэтому качество у мастер-классов, ну, правда, классное, все хорошо видно, очень контрастно, ярко. Также
мастер-классе отличный звук. Сейчас покажу, почему. Смотрите, у меня есть вот такой микрофон. Я его цепляю при съемке вот сюда вот. И звук, который вы слышите там, он как раз переходит через микрофон. То есть звук хороший, и при этом за счет того, что я использую микрофон, нет посторонних внешних звуков других. То есть микрофон улавливает в основном только мой голос. Также я, когда верстаю мастер-класс, я вырезаю вообще все лишнее, все ненужные паузы. Конечно, есть паузы, которые важны, где я там показываю, как я вижу. А все ненужные паузы, какие-то там оговорки, ляпы, их тоже бывает, к сожалению, много в мастер-классах. Я все это вырезаю. То есть остается в мастер-классе одна польза, вообще никакой воды. Там подробнейшее описание вязания сумки из трикотажной пряжи. Есть также описание подробнейшее со схемой клапана вязаного. Я сейчас, к сожалению, не взяла эту сумку с вязаным клапаном. Она у меня сейчас с кожаным клапаном, вот в этом варианте. Вязаный клапан тоже есть, если не хотите его покупать. И он тоже очень подробный. Плюс, по многочисленным просьбам, я поняла, что вам необходимо также описание сумки из шнуров. Из всех шнуров связать сумку я физически не смогу, а расчеты там будут меняться, потому что у шнуров разная ширина, и это незначительно влияет на расчеты и на размеры сумки. Но так как шнур карамель, он очень популярен, он очень распространен, я связала сумку из него и сделала из него расчеты. То есть там смысл вязания, принцип вязания тот же самый, но есть большое сообщение с расчетами, сколько петель набирать, сколько рядов связать, если у вас шнур карамель. И сейчас в процессе я создаю клапан тоже из шнура карамели, он тоже будет со схемой. Вот. Поэтому такой мастер-класс будет объемный, там много материала и два разных материала для вязания. Трикотажная пряжа 7-9 мм, один моток, если у вас будет кожаный клапан, полтора мотка, если будете клапан вязать. И из шнура карамель два шнура, два мотка, если вы будете делать сумку без клапана, если с клапаном, то три мотка, там мотки просто небольшие, по 70 метров примерно. Если не знаете, где приобрести шнур карамель, если что, он есть в моем магазине lintomania.ru, вот, но если вдруг не знаете, то берите похожий какой-то 5 мм ширину и плоский обязательно, это важно. Если он будет объемный, он будет огромный просто, сумка получится огромная. Поэтому выбирайте просто шнуры с похожими характеристиками. 5 мм ширина и плоский шнур. И тогда у вас будет очень близкий по размерам сумка, близкая к моей. Вот. Размер клапана, кстати, тоже распространенный вопрос. Я использую кожаную фурнитуру, которую делаю сама специально для сумки Oreo. Я прям специально после вязания этой сумки измерила клапан, который мне показался идеальным, и сделала целую серию этих клапанов на сайте lintomania.ru. Все, что с пометкой Oreo, это значит, что сделано специально, разработано специально для сумки Oreo. Так вот, ширина такого клапана 15,5 сантиметров. Вот здесь вот. То есть это та сторона, на которой отверстие для пришивания присутствует. А вот эта вот длина клапана, она 19,5 сантиметров. Я сантиметров, надеюсь, первый раз сказала. Потому что я иногда миллиметров. Вот такие также кольца-карабины я использую, 25 миллиметров. И у меня ремень кожаный, через плечо регулирующийся, вот такой вот. Он 120 сантиметров, ну, в среднем тут можно варьировать длину, но можно, средняя такая 120 получится сантиметров через плечо, можно покороче сделать. Не советую вязать ремень для такой сумки, потому что сумка не маленькая. И если вы туда еще что-то положите, то она получается довольно тяжелая, она будет просто в процессе носки у вас постоянно этот ремень деформировать и вытягивать. Поэтому не советую. Вот. Вот такое вот у меня есть для вас предложение. Сегодня последний акционный день. По 550 рублей. Если у вас какие-то вопросы, то те немногочисленные люди, которые присоединились ко мне днем в понедельник, хотите ли вы что-то спросить про этот мастер-класс? Так, всем привет, привет. Чуть-чуть подожду, ребят, и все. Я надеюсь, этот эфир сохранится, я его просто смогу выложить, и вы сможете под постом задавать свои вопросы, если вдруг прям в процессе прямого эфира вы не успели. Я вроде все рассказала. А, еще что про себя могу сказать, если кто-то впервые меня увидит на этом видео. Ну, во-первых, как вы можете заметить, у меня чистая и грамотная речь, что тоже сказывается на качестве мастер-классов, конечно же. Хотим оплатить. Супер.
Если вы хотите оплатить, то есть ссылка прямо в шапке профиля, которая вас направит в Telegram-бот. Это мой ассистент в Телеграме. И там я его очень долго настраивала с помощью мужа, так что там все классно работает. Вы пишете, следуйте инструкциям, там же оплачиваете, и этот бот вас автоматически перемещает в закрытый канал, телеграм-канал со всеми материалами. И там же будет ссылка на закрытый телеграм-чат, где вы можете задавать свои вопросы. Если вы хотите оплатить через Boosty, ну, во-первых, у меня есть закрепленные сторис, вы, наверное, знаете, да, закрепленные такие хайлайтсы, вот там есть ссылка в этих сторисах на Boosty. Если не хотите искать, не сможете найти, пишите прям в личные сообщения: Аня, дай мне ссылку на Boosty, я хочу оплатить через Boosty. Я вам пришлю. Супер, спасибо. И вам спасибо, что вы заглянули ко мне в этот замечательный понедельник. Вот. Что еще могу сказать? Если вы впервые меня видите, то у меня более 270 тысяч подписчиков на YouTube, так что у меня довольно много последователей. Тысячи рукодельниц, которые связали свои сумки, у которых все получилось, и которые их продают, то есть зарабатывают с помощью этого, либо вяжут себе и родным и близким на радость. Вот, такие дела. Так, супер, спасибо. Все, больше вопросов, видимо, ни у кого нет. Да, все понятно, оплачиваем и вяжем. Точно, абсолютно точно. Я рада, что все понятно. В мастер-классе тоже, я надеюсь, вы увидите, что все понятно, потому что я всегда стараюсь прям разжевать. Так, чтобы было все понятно. Так, друзья, я буду прощаться. Надеюсь, что у меня сейчас все сохранится, и я размещу это постом и смогу еще ответить на ваши вопросы. Спасибо вам большое за сердечки. Вот. Всем отличной недели. Пока.